Футболка вручается самой младшенькой нашей девочке, замечательной Насте Вишневецкой. Эта футболка не просто элемент одежды, а знак заслуженного признания. Только те воспитанники школы-студии «Апельсин», кто защищал честь города на международных конкурсах, могут носить любимый логотип на груди. Сегодня такие фирменные футболки получили все ребята, которые были задействованы в конкурсной работе. Спектакль «Рикки-тикки-тави» – очень сложная философская сказка. Очень важно мне как режиссеру донести, что если ты слушаешь родителей, если у тебя есть друзья, то ты можешь делать смелые поступки, потому что они уже имеют какую-то опору и поддержку. Вот пока мы говорим об этом, что во имя друзей можно пойти на какие-то решительные шаги. Дети, а в труппе возраст от 7 до 14, справились с непростой задачей. Они поняли суть пьесы и подали ее в непростой форме – пластический театр, при отсутствии декораций и костюмов. Ребята очень серьезно настроены на продолжение своего творческого пути. Для меня слово было сложно, я уже сказал пластика и немного речь. Я немного картавлю. Я очень хочу стать артистом и я готов сделать, наверное, даже уже все, чтобы поступить. Сам спектакль пластический, когда мы всем телом показываем деревья, воду, тучу, вот в этом сложности. Ради этого я готова работать, я готова здесь быть, не знаю, 24/7. Я готова все, мне кажется, сделать ради исполнения своей мечты. И здесь я... Приходилось даже здесь уроки делать, когда репетировали спектакли, вообще концерты. «Апельсин» давно знают за пределами Березняков. Один из выпускников сейчас служит в театре «Сатиры». А сегодняшняя победа – лишь часть большого пути. Коллектив вошел в число финалистов Международного фестиваля любительских кинородных театров «Флинт», который состоится в мае. Желаем ребятам успехов. Возможно, кого-то из них мы тоже увидим на большой сцене. Сергей Стерхов, Кирилл Яранцев. Наши новости.